Шокирующий ролик опубликовали десятки мировых интернет-изданий. Шестилетний мальчик ползает под колючей проволокой, а над ним и рядом с ним стреляет, как сказано в описании, к видео из автомата. Вся сцена занимает чуть больше 20 секунд. Предположительное место съемки – тренировочный лагерь ИГИЛ, где-то в Сирии или Ираке. Дата не указана. Когда проволока заканчивается, рядом с ребенком поднимается целая туча песка и пыли, тоже от выстрелов. Раньше в зарубежных газетах уже появлялись статьи о том, как террористы поручали детям убивать заложников. Как правило, в такие отряды забирают силы у женщин на захваченных территориях.